Всем привет, это СБ1813, или просто сами продолжаем реакции из пачки. Сейчас будет такая группа, как Throw. Их трек Grey Out посоветовал Акудама. Сайт, проект, вот какого интересного гитариста, я же, естественно, не увидел. Короче, ладно, не знаю, что это за группа, наверное, какой-то корчик опять будет. Я надеюсь, это будет не скучный корчик и не странный, вот, а просто что-то сегодня хотя бы плюс-минус, может, кочевенькое и нормальное. Посмотрим, послушаем, поэтому сразу переходим к реакции. Поехали. Ну-ка, давайте. Начало многообещающее. Неплохо пока. Ну, я понял, короче, надо все пачки начинать с New Metal Core, чтобы вот он нормально вот так вот ставил, а заканчивать K-pop, чтобы отдохнуть. Вот так вот, знал бы я иногда, какие там группы реально New Metal Core играют, какие непонятную херню. Это кочевого достаточно. Хорошо они обыграли эту, скажем, нуледробиловку. Так, ну вот мы послушали трек, посмотрели клип Grey Out от группы Throne. Маловато, конечно, но ладно, хотя бы что-то. Спасибо, Акудама. Так, твой ник, возможно, это что-то с Альфа-Ульфом связано, да? Или нет, или не с ними. Короче, ладно, если что, напишите. Ну, вот это нормально было, это, в принципе, достаточно кочево, мощненько. Такой не металлкорчик, немного хардкорчик, там, дедкорчик. Вот это все наше, это самое любимое. Да, но не скучно, не медленно, не тупо, без экспериментов каких-то непонятных. Ну, вот это, как бы, пришли, ударили, ушли. Хотя, конечно, минутку хотелось бы еще сегодня лично мне, потому что у меня какая-то очень странная вот эта пачка реакции, она какая-то вялая, непонятная. Ну, ладно, окей. В каждой пачке реакции должен быть хотя бы один New Metal Core, а то будет скучненько. Так что, слава богу, что он тут есть, спасибо еще раз. И нормально, но я не знаю даже, что еще сказать. Клип обычный был, в принципе, такая... Хреначились там. Как бы трек тоже прикольный, буду ли я, послушал бы ли я такое, но вот опять же, наверное, чтобы проснуться, да, перемешка с чем-то, да, отдельно, не знаю, надо чем-то еще у них послушать, так что у них есть, если что-нибудь есть, обязательно закиньте. Обязательно заглянем. Ну и, в принципе, наверное, все, спасибо, смотрите реакцию, ссылочка, писали, нравится, нравится, сами все знаете. Что это будет? Реакция, которая идет меньше 5 минут, офигеть. Ну, а какой трек, такая реакция. Ну, еще раз говорю, на самом деле мне все понравилось, просто сказать больше ничего. Так что, наверное, и все, переходим к следующей реакции, и все, пока.